Вышел трейлер 8-й части «Елок». Действие фильма вновь разворачивается в самых разных уголках страны. Кроме Ивана Урганта и Сергея Светлакова, в фильме снимались другие звезды кино и эстрады. Например, Филипп Киркоров исполнил роль охранника. Также участвуют блогер Евгений Кулик, Дарья Мороз, Антон Богданов, Ольга Бузова, сыгравшая саму себя, Анна Чиповская и многие другие. А герой Урганта придется пройти испытание на детекторе лжи. Итак, вопрос первый. Дед Мороз существует? По традиции, сюжет фильма состоит из нескольких новелл, съемки которых проходили в Перми, Тюмени, Красноярске, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других городах России. Премьера фильма состоится в следующий четверг, 16 декабря.